Так, здрасте всем, 19-я фирма, Кемпинг он Франция. Блин, опять французская карта. Карта у нас от Черной Овцы, скачана с официального сайта, и весит она, по-моему, там 70 мегабайт. В общем, ни о чем. Посмотрим сейчас, что тут. Карта опять маленькая, судя по всему. Ух ты, а чё это СПДА? Подожди, типа чё? А, это в будущем, наверное, она такая большая станет. Но когда это будет? Техника. Неплохо. Бизон, опять бизон. О, модовые эти загоны. Поспать можно на лавочке. Так, вырубил автозапуск. А. Модовых культур нет, только свои. Пиво с картошкой дорого стоит. Доски со смолой не очень. Силос по неплохой цене. Ну, все остальное по стандарту. Задание есть. Че у нас тут по полям-то? Ни хрена себе, а че они такие дорогие-то? О, это, наверное, специально так сейчас начали делать, чтобы можно было сезон модом чистить дороги. Сейчас посмотрим по-быстренькому, что за база у нас тут вообще. Карта, интересно, плоская. Хотя, знаю, блэкшипа, он... А что, не открывается, что ли? Почему триггер не сработает? Ошибки, ошибок нет. А что у нас под картой? Ну, обычно у этого автора нету ничего под картой. Значит, французская карта, да? Давно мы их не видели. А, вот триггер. Загон средних размеров. Ну, в принципе, больше не надо. А, FPS. FPS. Да, узнается стиль автора, особенно по дорогам. Миленькая, красивая карта. А вот и лес, лес посмотрим. Странно, что на официальном сайте ее оценили где-то на троечку. Так, это у нас свинарник. Блин. Где свиней-то покупать? Здесь? А, наверное, то, что не куплен участок. Или я не здесь подошел? Свиноты. Работать. Свиньи хоть. О, нифига, тут и трафик даже есть. Ух ты, блин, мост. Да, тут, блин, с миксером хрен разойдешься. Так что трафик, наверное, лучше выключать. Так, это мы убираем и идем дальше. Не, классная карта. У меня чуть здесь и поезд есть. А, это то, что он еще не закрылся, но он закроется. Так, а вот у нас большое скопление объектов. Знакомый фургончик, уж не первый раз его вижу. Так, купим что-нибудь. И прокатимся. Да, на пикапе. Поверху проедемся. Кажется, эта карта хорошо подходит именно для слабых машин, как у меня. А
Вот я молодец, вот я молодец, а звук-то не добавил. Ага, в будущем у нас... Да, не пускает, ух ты, блин, как в ЕТС-ке. Маленькая, но такую много я первый раз вижу. Мост. Точка продажи щипы и досок. Ограничение по высоте 4,2. Так, трафик мне тут не нужен, так что до свидания. Там что-то можно продать и что-то можно купить. Известь, наверное, кооператив какой-то. А, да, известь. Карта, мне кажется, для средней мелкой техники. Нет смысла здесь на большой технике ломать. Можно, конечно, на некоторых полях. Так, а эти поля сколько стоят? 26-30. Самое дорогое, наверное. Ну-ка, сколько это все стоит? 0. А, ну да, это получается дороги. Это все можно будет потом сезон модом чистить. Кстати, давайте проверим. Ну вот, перезапустил. И сезон мод сразу мне выдал снег. Правда, снега нету на крышах. И здания, как видите, не очень, я бы так сказал, адаптированы. Точнее, не здание, а сами объекты. Так. Сумтрак, пожалуйста. Можно было что-нибудь другое взять, но мне больше это нравится. Так, про-версия. Магазин. Смотрим. А на дороге же, наверное, не будет. Так, получается, где у нас тут? Давайте в ту сторону попробуем. Так, поверни-ка ты лучше сюда. И чуть пониже возьми. Включаем предварительный. В смысле нету? Ну-ка, а так. Так работает. Блин, ну тупо наперед. За пределы дороги уже не хочет кидать. А чё за? Алло. Подожди, а чисто дорога. Может, не обязательно, может, можно вот так вот. Блин. Дорога тут, в принципе, широкая, может, получится и так. Еще чуть в сторону. Чистит, но немного пропускает. Это не сам мод виноват, это дорога такая.
Ну вот если вот так учистить, в принципе, нормально будет. Если с той стороны высокий сугроб, можно на ту сторону кидать. Правда, трава тут не адаптирована под сезон. Очень нормально работает. Еще где птичка в кустах. Да, чтоб тебе. Посмотрим. Но сверху на эту карту. Ну, как бы... Не очень она сезонно выглядит, так что... Лучше без сезона играть. Тем более кормик вон. Ну, это первая версия, так что подождем, пока автор все это допилит, так скажем.